Faceless Void, Dark Terror. Про Faceless Void известно лишь то, что он был скинут в пустоту между мирами. Вернувшись оттуда, Void получил способность управлять временем. Он может останавливать врагов и союзников вокруг себя во времени, избегать удары, возвращаясь на миг в прошлое. Ходят слухи, что он способен поразить любого противника. Никто даже не заметит его. Боже, я даже пуджа с этим билдом сливаю просто на изи. Вот так вот, постой, покури. Всем привет, дорогие друзья! Что ж, сегодня у нас гайд на Faceless Void, на нашего безликого персонажа, который считается одним из самых сильнейших персонажей в доте. Да, большинство так и думает. Но это все потому, что у него есть очень сильный ультимейт. Но сегодня мы попробуем разобраться в этом персонаже. Что ж, друзья, сегодня мы узнаем, как работает у нас Time Wall, как работает Backtrack, как он вообще работает и что с ним сочетается. Конечно же, узнаем, как работает Time Lock и Хроносфера. Друзья, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем наше повествование о том, что вам нужно знать. Ну или, конечно же, подкрепим ваши прошлые знания. Поехали! Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже — это Time Walk. Time Walk — это такая способность, которая позволяет нашему персонажу перемещаться по драке более эффективно, при этом замедляя наших оппонентов. Неважно, героев, крипов, кого хотите, того и замедляете. Что ж, смотрите, как это работает. Прокачиваем способность, хоткей у нас W, и нажимаем прыжочек вот сюда, и вы видели, какой-то эффект был. Этот эффект вот здесь вот я покажу замедленным еще. Этот эффект говорит о том, что наши оппоненты получили замедление. На них наложен дебаф, который их замедляет. Это замедление легко развеять, в принципе, любыми развеянием, там, манта, диффуза, юлы, неважно. Но самое интересное — это то, что Void, когда прыгает, он становится АОЕшкой, которая в 300 радиусе способна наложить вот это замедление. То есть, понимаете, мало того, Void, что вот так вот прыгает, но Void это вообще ходячая, типа, АОЕшка во время этого прыжка, которая может замедлить оппонентов. Это очень прикольно, то есть это нужно знать, друзья. Ну что ж, и по уровням прокачки у нас тут улучшается процент замедления и, конечно же, дальность прыжка. На первом уровне 700 расстояние прыжка и 20% замедления, на втором 900 и 30%, на третьем 1100 и 40%, и на четвертом 1300 и 50% замедления. Это очень много, друзья. Ну и КД, соответственно, 19, 17, 15 и 13 секунд. Манокост у нас 90 маны. Данная способность, после того, как разместила дебаф, она замедлит оппонента на 3 секунды. То есть на ласт левеле на 50% замедлит на 3 секунды. Ну вообще на всех левелах замедляет по 3 секунды, но ничего страшного. Эта способность у нас позволяет уходить от гангов, ну или просто же нападать. Можно вот так вот прыгнуть, конечно же, и задушить. Плюс не стоит забывать, что Void во время прыжка, он имеет статус неуязвимый. Да, Void становится на некоторое время неуязвимым. Но, к сожалению, написано на сайте, что невозможно что-либо кайтить этой способности. Но это неправда. Можно, конечно же, кайтить ракеты, вертолеты и прочую всякую дичь, друзья. Но не стоит забывать, что нужно это делать очень-очень-очень четко. Друзья, вот такая вот у нас первая способность, которая позволяет замедлить оппонента и, конечно же, перемещаться по драке более эффективно. Поехали ко второй способности. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это Backtrack. Backtrack — это способность пассивная, которая имеет хоткей R. R нажали, Backtrack прокачали. Что ж, и смотрите, что она у нас делает. Она у нас по уровням прокачки имеет шанс 10, 15, 20 и 25% шанса отразить какой-то урон. То есть, если нам дают тычку, то есть шанс, что мы ее тычку как бы принимаем эту, но урона нам она не наносит. То есть мы блокируем урон. Неправильно тоже говорить, что отражаем, но ведь это как бы отражение, но тут такой двоякий смысл. То есть отражение, как правило, могут использовать это слово, типа, знаете, вас кинули, вы обратно это кинули, типа отразили, но это немного неправильно. В общем, смотрите, как это работает. Когда нас кто-то атакует или нажимает какую-то способность, у нас есть такой вот синенький эффект, который сигнализирует о том,
что наша способность сработала, и эту тычку мы заблокировали. Эта способность блокирует любые типы урона, чистый, нечистый, вообще пофиг. То есть есть шанс, что просто Лина вам может с ультимейта ничего не нанести, или Рипер, или Фингер вам не залетит. Но эта способность не отражает такие вот темы, как вот смотрите, стан, допустим. Вот стан нас кидает Свен, мы можем заблокировать урон, но стан мы никак не заблокируем, друзья. То есть вот это то, о чем нужно помнить. Ну и что ж, эта способность у нас является пассивной. И ее можно отключить Сильверейджем, так же, как и третью способность. Но и самое интересное, что эта способность у нас не является никаким орбом и прочей всякой фигней. Это самая очень жесткая такая имбалансная способность, которая реально душит. Душит, друзья. Ну и, конечно же, сочетается с другими предметами. Например, бабочка. Я думал, если бабочка имеет промах 30% и у нас есть бэктрек на 25%, то примерно выживаемость с руки у нас увеличится на 55%. Ведь если бабочка не срабатывает, то есть шанс, что сработает бэктрек, правильно? Вот я как бы с этой мыслью сижу и вот думаю, и хотел бы это потестить, но буду тестить, наверное, уже в игре, друзья. Что ж, вот такая вот у нас вторая способность, и переходим уже к третьей. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это таймлок. Таймлок — это способность, которая позволяет оглушить оппонента, при этом нанести ему бонусный урон. Длительность оглушения на героя составляет 1 секунду, на крипов всего 2, к сожалению. И по уровням прокачки у нас тут прокачивается шанс и бонусный урон. Шанс баша у нас 10, 15, 20 и 25% на ласт левеле. И бонусный урон, который мы можем нанести, у нас таков. 40, 50, 60 и 70 бонусного урона на ласт левеле мы можем нанести, вдруг, если сработает наша способность. Давайте побьем Свена и посмотрим, сработает ли у нас такой вот станчик. Да, видите, вот станчик, бонусный урон, все работает, друзья. И, конечно же, эта способность очень жесткая. Но несмотря на то, что это пассивка, которую можно выключить Сильверейджем, но, тем не менее, эта способность очень жесткая. Даже если юнит в БКБ, мы просто долбим войдом большой атак спид у нас, и долбим просто персонажа, и он не может, так сказать, ничего сделать. Он даже со стана выйти не может. Эта способность у нас жестко-жестко душит. Она не имеет КД, как, допустим, имеет башер, допустим, у которого есть вот это КД. Пока вы ударили, у вас способность уходит в КД, и потом опять есть шанс, что она у вас работает. А тут же КД нету, вы можете постоянно держать в этом баше, смотря как вам повезет, смотря как это будет все прокать, друзья. В общем, вот такая вот у нас способность, она не сочетается с башерами и с прочей темой. Даже когда вы пикаете Войда, красная строчка там будет такая выскакивать, там будет написано, что нельзя, там не сочетается с крайним башером там и Абиссалом. Ну, лучше не, ребят, не собирайте, это пустая трата денег. Что ж, ну и в принципе по этой способности все, более тут нечего рассказывать, и переходим уже к ультимейту. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже — это хроносфера. Хроносфера — это способность, которая позволяет Войду, в зависимости от уровня прокачки, в определенное время держать оппонентов неподвижными. Но при этом еще и союзник, если попадает в хроносферу, то он тоже не двигается, ничего не может нажимать. Друзья, по уровням прокачки 4, 4,5 и 5 секунд длительность этой хроносферы. Колдаун у нас 130, 115 и 100 секунд. Что ж, давайте, наверное, посмотрим, что вообще делает у нас эта способность. Но, как бы, не стоит забывать про монокосты, которые тоже у нас увеличиваются. 150, 225 и 300 маны будет требовать у нас купол. И давайте мы прокачаем и посмотрим, как у нас все делается. Прокачали мы, хоткей у нас С, дальность применения у нас 600 единиц, радиус купола 425 единиц. И ставим в оппонентов, и оппоненты у нас не могут двигаться. При этом Войд у нас двигается в куполе со скоростью 1000 единиц. Это очень круто. Следующая фишка, которая есть у нас тут у Войда в куполе, это то, что если Войд атакует какого-то оппонента, на него, если срабатывает таймлок, то таймлок дамажит в 2 раза больше. То есть получается, если сейчас 3-го левела таймлок у нас нанесет 60 урона без купола, то в куполе нанесет он 120. Это очень-очень важно, друзья. Ну и что ж, и самое, наверное, интересное, как у нас можно выбраться из купола, если вдруг оппонент у нас попал, ну или союзник попал. Конечно же, самое банальное — это попробовать форстафнуть, но форстаф не работает, друзья. Также не будет работать третий спелл, если нас Каолин попробует вытащить
с купола нашего союзника. Как вы знаете, союзники тоже замораживаются во время купола, но тут я показать-то не могу, потому что это соло-лобби. К сожалению, я этого показать вам тут не могу, потому что все мои подконтрольные юниты, они считаются как будто это тоже Void. Ну и некоторые персонажи могут просто игнорировать купол, просто перелетая через него. Допустим, Патма может перепрыгнуть, Шторм может пролететь. Все очень-очень просто, друзья. В общем, простенькое применение. Прыгаем, даем купол и убиваем. Все, более ничего знать не нужно. Оппоненты бездвижны просто. Просто ничего не могут сделать. Ну и что ж, тут у нас еще есть Аганим, о котором я вам сейчас расскажу, друзья. Так, в принципе, по способности вроде все понятно, да? Просто ставишь купол и душишь. Все, поехали Аганим смотреть. Что ж, друзья, теперь самое интересное. Поднимаем Аганим на Войда, и смотрите, какой прикольный эффект у нас у Войда появляется. И, конечно же, этот эффект нас сигнализирует о том, что наш ультимейт теперь заряженный. Длительность нашего ультимейта теперь такая, 4, 5 и 6 секунд хроносферы. При этом КД 60 секунд. Каждые 60 секунд мы можем всех обездвиживать. Кстати, забыл на тесте вам показать, что можно спокойно, так сказать, хуком вытащить с купола. Но этот, так сказать, и нюансик, в принципе, все знают, друзья, но я просто решил уточнить. В общем, друзья, Аганим на Войда дает просто ему длительность чуть побольше хроносферы и, конечно же, колдаун. Ну и, в принципе, все, более ничего не дает. Да, казалось бы, ну, прикольный эффект, но Войду, Войд у нас такой керри-персонаж, которому, в принципе, Аганим можно собрать. Но, не знаю, если вы часто деретесь, то просто лишний слот вот так вот может вам немного подзаруинить, друзья. А если алхимик нам его бафнет, то вообще классно будет. Друзья, в общем, вот такой вот у нас сегодня гайд вышел на Войда. Надеюсь, он вам понравится, как и все прошлые гайды. Обязательно не поленитесь поставить лайк и посмотреть прошлые гайды, которых очень много, друзья. Буду благодарен просто безудержно, если вы будете смотреть их и не будете задавать постоянно вопросы, где гайд на Некролика, где гайд на Некролайта, где гайд на Абадона. Ребят, все эти гайды уже были, смотрите, гайд на Мипа, гайд на Войда будет вот сейчас, гайд на Баунти Хантер, не знаю, вышел уже или нет, потому что он у меня уже готовый. Но, надеюсь, после Баунти Хантера выйдет гайд на Войда. В общем, что ж, друзья, пожелаю всем приятного просмотра, и сейчас мы соберем Войда в классического керри и, наверное, что-нибудь по фану через Октарины Аганим, чтобы постоянно ставить купола и, так сказать, рофлить, друзья. В общем, все, друзья, всем приятного просмотра и поехали душить геймплей. Уаф! Так, ну что, друзья, наконец-таки мы загрузились, сейчас мы будем играть на Войде, Войде. Так, посмотрим, что мы будем собирать ему, посмотрим, что... Существует очень много билдов, на самом деле, на Войде, чтобы вы не хотели, там, рапиры, там, всякие другие прочие артефакты, всякую фигню там, но такое. В общем, чего у нас боится Войд? Войд у нас боится всяких меток, всяких там тиников, прокастов, такого, все самое-самое-самое неприятное. А вот Рубика он любит, знаете почему? Потому что если Рубик поставит на Войда купол, то, к сожалению, купола не будет, не будет. Я буду в куполе в этом также передвигаться, как и обычно. Это хорошо. Так, ну беру сразу же Сларков, как обычно. Ну окей, гоу, мы ждать не будем. Поехали, берем Войда, берем щиточек бомжа. Я обычно в изи линию беру несколько тангусов сразу, две пачки, чтобы можно было спокойно стоять фармить и не париться. Вообще не париться. То есть топорик мы можем в боковой докупить. И лишний хил нам как бы не помешает. Очень хорошо заходит. Так, смотрите, сразу пикают. Хороший дизраптор, очень хороший контр. Очень хороший. Леорик очень неприятный герой, его не хочется убивать Войдом. Потому что у него рез. Ну, посмотрим. В общем, прокачиваем прыжочек сначала, чтобы опасно не было. Там, в принципе, там, ну, такие герои. Вот стан, телекинез, сайленс. Очень неприятные герои. Ну, БКБшка, так сказать, в помощи. Какой-то надо будет дэмэдж, чтобы убивать Сларка за купол. Посмотрим. Может, даже через Аганим пойдем тут. Как повезет. Как пойдет, так сказать, ребят. Кто у нас друзья тут? И друзья у нас тут Пуджи, которые будут нас с купола выхукивать. Молодцы. Сайленса, смотрите, какой... О, страшный вообще. Бежит просто и душит дисками. Суск май дуск, как говорится. Суск май диск. Сайленсер в ГГ, да? Опа. Опа. О, Лиорик. Лиорик. Лиорика я не хочу тут фидить, контрить, кормить. Оп, тангусик пошел в расход. Не хочу с ним драться. Отстань.
У него армора поменьше чуть на одну единицу, но не менее. Го, вот теперь будем драться. 2-1, я люблю драться. Эй, мага, стой, деньги есть, да? Ты сюда. Эй. О, спасибо. Я как раз туда хотел идти. Монетку заберу и го. Сейчас стан будет. Будет смерц. Достану, интересно, прыжком. О, чуть-чуть подзамедлил. Чуть подзамедлил. 20%. О, хорош. Пойдет. 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 Гоу, топорик сразу. О, пригодится. Топорик сразу и поехала фармить. Стик парень взял. Линию сильно толкать не будем. Как правильно, помните, да, фармить. Аккуратненько подфармим и перетягиваем линию на нас. Чтобы оппоненты не хапали экспириенс. О, хорошо. Тангусы есть, можно не париться. Качаем станчик. Башечек. Башечку, станчик. Вот это все. Наруб нам дает фарма. Добиваем. Деда не успеваем добить. Пока обошли. Все, надо делать баланс. Крипов. Оп, хорошо. Баланс крипов делаем. То приходится вот так вот бегать, вытанковывать. Найс критуем. Все, найс критуем. Возможно, придется делать из-за Рубика Пурманс тут. Но это не точно. Потому что он, возможно, будет задрачить, возможно, нет. Нам главное вот так вот крипочков подбивать. А крипчиков 2 секунды, как помните, да, станчик работает. И все по кайфу. Оп, хорошо. Но, можно сказать, не сильно легкая линия. Потому что Рубик, он очень-очень-очень в правильных руках. Приставучий герой. И дэмэдж снизит, и задрочит, и станчик накинет. Ну как станчик? Телекинез. И душит. Насчет Мидаса скажу, ребят. Мидас, страта, 83-й карты. Считаю, что на 85-й это менее актуально, чем на 83-й, конечно же. На 85-й карте в приоритете драки. Поэтому сделать маднес и бежать душить, это, конечно же, круто. Да, не дает. Два стана сразу отдают. Но чтобы меня, чтоб я не забрал. Рубик поднимает меня, стан. Тоже в меня идет, но Неруп у нас забирает. Неруп у нас забирает уже второй фраг. Это хорошо. Фраги мы будем потом делать. Пока что можно чилить спокойно. Вот так вот, подфармливая. Лерик тоже фармит. Надо бы Лерика погонять. У него армора нет, он хлипенький. Не, страшно, вырубай. Надо сапог купить. Пока есть возможность. Боковой магазин рядом. Все, дэмэдж снял. Сапог Лерик купил, у меня маны нету. Аквилку надо принести. Первый манку. Хорошо. Рубика по КД тут можем, кстати, принимать. Сейчас я взял аквилу, чтобы и Нерубу был реген маны. То я прыгаю постоянно, отпрыгиваю, страшно. Страшно подходить, станы, не станы, начинается и все, и ГГ. Тангусы просто кончились. Парень обходит. Загриваем крипов. Оп. Ой, ничего страшного, ничего страшного. Ходит. Кнопки. Стик Войду еще тоже хорошо нужен. Покупаешь стик, все хорошо становится. А, боже. Пятый не добил, это плохо. Лерик с сапогом бегает очень быстро. Да, мансует прям. Аквилу сразу вырубаем, чтобы крипам не давать армора. И стоим спокойно. Сейчас драться будем. О, это наш клиент. Хорош. О, он меня выхукал почему-то. О, крипочек. Крипочек. Го, аквилу включаем. Чтобы засуицидить крипов об тавр. Пока Лерика нету, 10 секунд.
такая мета, знаете, чтобы Лёрик максимально крипов прогулял. Хорошо, а там вырубаем потом под тавра. Аквилу, чтобы у крипов было меньше армора и чтобы они быстрее сдохли. Ну, он сколько крипа? 3 прогулял он точно. Это лучше, чем ничего. А, да отстаньте. Дайте дофармить. Я прыгать тут не буду. Хорош. Все, манка, хилка. Берем. Вот эту штуку. Берем вот эту штуку и тпшку. Хорошо. Нормально. Активная линия, прям жесть. Активная линия. На карту надо чаще смотреть. Куджи приходит. Погангац. Я раскачиваю 1-3, чтобы была возможность блинкануться, задушить. А ну поднял. Хорош. И опять, да, на рубу сберет. Боже, вот просто не дают фраги делать. А, я вот сдохну, да, походу. Оп, смотри, что умею. Ля, что могу. Ну, задрачивает. Его убить хочешь, что ли? Его убить хочет. А я хотел заластхитить его. Так, ну хила нет у меня, это плохо, я могу тут умереть. Там Рубик, еще очень много крипов. Урещи. Армор дадим крипам, чтобы Кура успела долететь. Хилк включу. О, трал прям в наглую. Ля, трал что делает? Трал прям наглую идет душить меня через тавр. Но не тут-то было, у нас войд заряженный. У нас войд заряженный. Не просто так его убить. Да, снизил дэмэдж, теперь не добью никого. Видно. Рубик досаждает. Дэмэдж снимает, очень тяжело становится. Трал мидерский. Страшно, врубай. Сларк понимает, что он сейчас сильный. О, хороший баш. Хороший баш. Ну зачем? Господи. Это стил, чистой воды. Давай баш, пожалуйста. Ля, все, не сработает. Ну, зачем вот так вот стилить, ребят? Это не вариант вообще так делать. Типа, он если бы в Рубика дал, было бы круче. Типа, ну не в Сларка. Сларка я там убиваю, у него 4 левел. Ладно. Чел застилил. Ну, куб просто понимаете, это такой фраг. Я трачу очень много. Купол трачу, это очень много на ранней стадии. Я там сам убиваю. Можно было. Там видно же, что убиваю. Но, видимо... Видимо, нет. Леорик пришел, да? Рубик недоволен мной. Прям так и хочет меня помучить. Лобалити. Лобалити. Можно линию сейчас подталкивать. Немного лес подфармливать. Мне только регенчик бы какой-нибудь. Там трал нормально овнит всех. Трал нормально овнит там всех. Пришел ко мне на линию подфармить чуть-чуть. СПС.
СПС. Маднисик хочу. И драться надо с ребятами. Двокер застилил один фражочек. Маска была бы уже. Маска уже была бы, я бы спокойно сейчас стоял бы, отрегенивал хитпоинты. Лесочек бы подбивал. О, кому какое дело? Гоу его. Там еще Льорик. Ну танчу на себя, типа все. А, я умер, да? Пофиг. Прикольно, да, кстати? Пуч пришел фармить на линию. Блин, ну я тут сам как бы... Пуч тут не виноват, что я тут умер на самом-то деле. Но смысл в том, то, что зачем вообще у меня фарм забирать с линии? Вот этого я не понимаю. Типа, ну, пришел, просто бьет крипов. И все. То есть, он даже у меня, он у меня пытается их забирать. То есть, ну вот это неправильно. Неправильно. Конечно, нужен фарм. Маска уже была бы. Было бы хорошо. Масочка хотя бы. Масочка. Сейчас еще трал придет, начнется вообще веселуха. Тут три героя, по-моему, на топе. Ну, я, по идее, должен уходить. Ох, нифига. Ну, тут надо контрпрыжок делать. Контрпрыжок надо делать. О, трал. Тральчик. Пуканчик. Хороший баш. Нет, пожалуйста. Ну дайте его забрать. А, жестко. Хороший купол. Мне надо вот этого пацана забрать по-любому. У него стрик просто. Юзаем. Рубика можно. Рубика, 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 гоу. Смотри, что делает пацан. Стан, все у меня максималити. Там 130 маны еще, yes. Дайте застилить. Да, не дают. Как ты купол прошел? Ясно, кто фишки не смотрит. Смотрю, не смотришь, ты бы не задавал такой вопрос. Трал очень жирный, жесть просто. Ля. Вот это метеорит. Вон на низ прогуляемся. Ля, какой сетстрайк. Забайтит, убьем. Не забайтит, не убьем. Там, блин, этот... Страшный. Трал. Трал очень страшный там. Через Дискорд там очень много урона. А на БКБ надо делать. Очень много урона. Опасно тут стоять. Я лучше лес пойду гонять. Потому что тут, ну, очень страшно стоит. Очень. Трал ходит просто. Ходит, никого не находит. Джадагер. Инвокерся. Норовится на страйк свой куда-нибудь засунуть-то. Хоть куда-нибудь дайте. Вот хоть куда-нибудь. Эти трал идет. Вот. Трал, если закрывает, очень страшно. Да. В миду все, ГГ там. Так и настанет нам GG Вильплейт. Топ у меня отобрали.
фармить негде, пойдем леса гонять. Леса гонять. О, вот этого пацана, гоу. У него нет кнопок. Ходить надо. О, рубенчика. Да, опять мне, да? Понимаю. Я упрыгать должен. Хорошо. Хорошо. Слишком много станов. Пацанов там. Слишком много станов. Прям страшно. Трал 15 секунд на низ пойдет. БКБ надо. Молния, БКБ, что-нибудь такое. Тайнвокер настилил. Кидает какие метеориты. Рубик на низу уже 100%. Это подписчик, он будет всю игру за мной бегать. Сларк на топе. Купола нет. Молнию, наверное, сделаем. Или крит. Сларк фармит. А что мы сделаем? Никого не вижу. Хорошо. Рук должен хорошо быть одет. У него очень много фрагов на начальной стадии было. Прорубаем деревья немного на отход себе. В случае чего, если нападут на нас. Посмотрим. Вообще крит, наверное, будем делать. Сливать быстренько. Да, очень много их тут. КД. Не помочь тут. Если инвока даст туда, то погнали. Метеорит не наш, сразу видно. Ля ушел с даггера. Ушел. Сколько там маны? 100 маны, но стики есть. А любой рубик за мной просто идет. А там еще и трал, все, я понял. Упрыгиваем. Гоу, крит. First item. И поехали. А пацан там ходит, не мешай ему. Что мы сделали? Он очень жирный. Очень жирный. Ребята собрались драться. Блин, ну гоу тогда. Купол есть, в принципе, можно прогуляться. О, глобалка. Хорошо. Плохой купол. Он меня пуш кушает. Ой, пуш. Вы поняли. Ну, этого будем тоже стилить сейчас. Оп. Прыжочек раскачанный. 50% за медла решает. Пуш умрет сейчас. Опа. Задушено. Хорошо. Криточек есть, можно поесть, ребят. Продаем, покупаем. Buy and sell. Хорошо. Хорош. Понимает с полуслова. Хорош. Отлично. Понимает с полуслова. Вот, там иду зафармим. Кипев. ТП-шку отбить хотя бы. Вообще БКБ надо делать. Прям вот некстом. Next артефакт, прям БКБ. А у него хоста, да, крыса, а. Хоста, но он без ульты, это радует. Но ульт очень быстро кдшится. Зря он забрал.
пофиг. Сорян, не хотел, да понятно. Блин, молния зашла бы. Быстрее бить. Сларка просто так быстро не слить. Леорика тоже. Сларк фрифармит, стоит почти. Скади имеет. Плохо. Вот, сюда. Ну мы его задушим толпой. Я просто ЕСа боюсь. А, вон они все на топ пошли. Понимаю. Все, уйдем отсюда. ЕС с даггером просто. Молнию сделать, быстрее фармить. Первым артефактом. Первым значимым. Дэмэдж будет, молния будет, будет атак спид. Далее БКБ и все. Далее БКБ и все. Так, мне нужно чуть-чуть денежек. Рекуру. Чуть-чуть денежек. 50 золота. 50 золота и готово. Так, Пуджа убивают, да? Пуджу надо Клааку покупать в такой игре. Не удивлен. Сайленсер. Глобалку, может, хотя бы что-то поменяется. Ну, типа, нет смысла туда уже идти. Нет смысла. Нет смысла. Чел зашел. Поматерил всех на узбекском. И вышел. Прикольный чел попался. Так, БКБшка. И файты. Вообще надо сейчас под куполом драться. ЛПТ на силу. Вообще можно у Рошана пойти смело забрать. Смело прям. Сало, на сайленсере надо глобалку нажимать. Попробуем Рошу задолбить. Это будет эффект неожиданности. Или они сейчас сюда пойдут. Вообще вот так. Опс, вот сюда. Сларк Лотар по-любому там уже имеет. Если сюда сейчас нападут, то скорее всего я тут умру в рашпиту. Нормально. Я заберу. Сларк вроде Лотар. Собрал. Сейчас БКБ сделаем, ребят, и скорее всего будем уже катку заканчивать. Нужно будет убивать 2-3 героя. Давай, Войд, хиляйся, критуй. Как бы не купол пришлось ставить в Рошана. Ля, импейл какой. Понимающий. Давай, давай, Войд. Хорош. Мужчина. И хилимся теперь. Можно вообще молнию доделать. Будем быстро бить. Дэмэджа чуть хватать будет. А будет БКБ. Можно подраться. Кого вот так вот сделаем. А лучше дорогой предмет купим сначала. Сларк, смотрите. Если Пудж его кушать начнет, тогда само кайф. Так я прыгну, он сделает ультимейт, нажмет и все. На Сларке. Будет плохо. Вот так вот примерно, да. Тут заберу его. А тут умру. Господи. От чего я умер, лол? Извините, я в прыжке был. И за мной бежит, да? Чалька. ЕСа можно убить. У него ничего нету у ЕСа.
Ля, неужели вот это я сейчас сдохну? С крита просто погиб, ну ля. Просто крит 500, ля, и денег нету теперь. Вот как так-то, а? Ой, вот этот Леорик, ненавижу его. Боже, как же он сильно бьет по челу. Да и чё толку, не надо три, сейчас там хилфай залетит тебе и все. Ты умрёшь сейчас с периодички с этой. Пойди. Вокер кастами не попадает. А чё, все, ГГ, бро. Руб, ты доигрался. Не надо тут так делать. Леорик. Ой, Леорик, инвокер. Стилить умеет, играть не умеет. Так, что у нас там, кстати, ресипи, да? Ресипи. Ладничка, ничего страшного. Ничего, норм. Норм. Играем. Инвокер Яул мог, кстати, нажать, когда глянь. И даже... А, там Аганим, да. Аганим, ничего не может нажать уже. А инвокер немного слабоват, но я думаю, выиграем. Сейчас моя ошибка была, что я остался. Это кританул Леорик. 600 крит, вот этот 550 минус лицо. Ну чё, парень армлет просто покупает и убивает. Это Леорик. Гайд тоже на Леорика в скором времени будем делать. Посмотрите, насколько приятен этот герой. Или неприятен. Там уже решать вам, конечно. А, там пакуется. Всё, прогуляемся. Прогуляемся. А чё, отпустил его, да? Я думал, ты драться будешь. У него ни ульты, ничего нет. Ладно, я только зря прыгну. Пойдет, молния есть сейчас, БКБшка. Крит, БКБ. Манту можно будет еще сделать от Леорика. И надо подраться сейчас. Надо Сларка цеплять. Сларка цеплять. Сларка цепляем, убиваем. Сколько там? 1700 хп скади. Уже, скорее всего, за купол я его не убью. Там ЕС еще. Надо в драке аккуратно как-то. Да, варк поставили. Поставим. Он будет пытаться сбивать, но он соло не собьет. Нужна быть помощью. Вокер может сбить. Попробую подсейвить, если что. А он, видите, тоже. Вот счет правильно сделал мув, что не тупо прямо побежал, как бот. А там вся компашка. Хорошо. ПКБшка бы. Было бы круто. Мид все, да? Аккуратненько. Хорошо, Слар не через лотар было бы неприятно. Не смогли бы контрить вообще. А так пойдет. Сейчас БКБ и поехала. Хорошо. Не успел, пацан. Натыкал. Сейчас мифрил купим на Блэкинг Бар. Все есть. Опа, на миду драка начинается, да? Ого, там тралу пол лица отстегнуло. Ну, нельзя подставляться, нельзя. Надо аккуратненько купол поставить. На пуджа пусть забайтятся. Гоу, гоу, гоу. Я умер. 100%. Не переживу я столько урона. А нет, пережил. Дадут жить? Все, ухожу. БКБшку надо срочно. Леорик очень много дэмэджа вносит. Фуджик, брат, уходи. Просто уходи. Нифига себе хук какой. Нормально, нормально. Сларк успел там в ульт зайти. Трала я добил и все. Выхармливаем БКБ. БКБ фармим. Все. Конечно, Battle Fury отлично заходит. В любом случае. На героя. По любе. Next катку, наверное, на БФчике сыграем, ребят. БФчик. Вспомним молодость, как это было. БФ Madness очень быстро фармишь. Ля, только не говори, что убивать собрались. О, oh, no! Вот это уже 100% смерть, пацаны. Я еще не закупился. Боже, как же плохо я все сделал.
Я еще и не закупился. Надо было сразу рецепт купить. Как же они меня развели? Трал, ты пешился уже. Я просто не ускакал вот сюда. И еще ЕС наперед, чтобы дать Ю там. Ну, я там... Окей, виноват, хорошо. Тут я в любом случае виноват. Пошел, просто сдох. ПКБ нет. ГГ. Сайленсера кто-то забиндил, наверное. У меня нету биндов просто, я не могу забиндить Сайленсера. У меня двоечка это круг силы, тройка это курьера, четверка, пятерка это уже слоты идут. Ладно, нельзя так делать. Хорошо, что Сларк со Скайди, вот он может очень сильно ему вносить. Карапаз жми сразу, ты что, он тебе будет мозги делать. Вообще ты можешь умереть смело, о, куру слил. А я почему-то не мог куру выделить. А, из-за того, что я на Нерубе был зафикшен, не мог куру выделить. Баги. Братан, тебе же ГГ сейчас будет. Бля, что Неруб делает? Вообще псих. Психует просто. Отблинкуйся ты от него, не надо с ним играться. Уйди! Уйди! Ну что ты делаешь? Бля, вот прям вот извращенец. Так и хотел, чтобы ему дали по лицу. Сколько у меня там копеечки, да, остаются? Тут, по-моему, еще трал есть. Опасно мне здесь ходить без БКБ пока что. Остается косарь до БКБ. Леорик, молния. Ну, я Леорика перефармил, но я не такой сильный, как он. У меня нету 2200 хп. И особенность героя, видите, Леорик очень сильный. Хп много под армлетом. Рез есть, дополнительная жизнь. Более актуальный персонаж, нежели чем Войд. Войд это такой... Герой, который может, но надо стараться очень сильно. Сларку плевать, прокаст. Мне нужно БКБ дофармить, чуть-чуть остается. На ХГ будем стоять. Хорошо. Нас настучали по крипам. Стоим, дефимся. Конечно, меня могут кнопки нажать, я отлечу просто. ЕС нажмет кнопки. КБ купим, 500 золота, по идее, должно. Купим БКБ вместо Аквила. Ля, ты что, пошел драться, что ли? Извращенец? А, мне не хватает все равно. Там глобалку. Но мне ждать надо БКБ, тут копейки остались, куры нету. Нормально, с помощью глобалки закайтили. Я готов. Трала могу прыгнуть, в принципе. Гоу. Ждем, кто там еще? По хп просевшие персонажи наши. О, если опс поставил бы, было бы классно. Ля, не поставил. Будет глимсовать, нажму БКБ. Хорош. Хорошо. Еще есть купол. Да, купол отменил я. Поставлю. Хорошо. Давайте, парни, хелпуйте. Да, я просто в таверну отлетел. И все. Ну, ГГ, короче, тут кат. ГГ катки, короче. БКБ есть, но результата никакого БКБ не принес. Там Леорик пойдет. Леорик пойдет. Трал очень жирный, не пробивая. Ну, Буриза будет решать такие вопросы. Как бы тут еще и рапиру не пришлось покупать, чтобы быстренько сливать. Купол рапира, типа, знаете, аганим рапира, вот типа молнии. Баланс какой-то сделать. Опс, то на Рошу.
Опс, на рошу. Це понимаю. О, задиспелил ему. Хорошо. Опс. Опс тут. И опс там, да? Вардит все. Эрик Даггер. Идут сюда. Не пойду туда. Инвокер пусть кнопки жмешь. Минус мана у чела. А, третья троечка. О, цены рубу ГГ, да? А нет, еще не ГГ. 300 маны. Ля, ноль баши на него, вы посмотрите. Ноль баши вообще. Ля, зачем этот Юл? Там эхо еще есть, по-моему. Да ля, ты где? ЕС, ой, ЕС, Войд. Ужас. По-моему, вот ЕС куда-то не отблинковался, он где-то на ХГ, по-моему. Нормальная драка. Нормальная драка. Пойдет. Сларка убили, всех убили. Юл только был не нужен. Найс, хорошая катка. Потненькая. Потненькая. Если мне кажется, тут на хагеде то стоит. А, нет, все. Нормально, он на линии. Чили. Так, ну что, Буризу доделываем, да? Есть Буриза. Радует. Будет много урона. Радует, что молнию Буризу собрал. Next там, возможно, еще какую-нибудь рапиру сделаю. Для пущей картины. Или МКБ, потому что, возможно, будут какие-то артефакты на промах. Все, есть. Мид. Есть. Вот сейчас забайтились, я накрыл более-менее нормально. Забайтились. Нормально накрыл. Мне бы ЕС накрыть со Сларком. Диорика нет. Они не знают, что у нас тут вижен есть, можно этим воспользоваться. Так, обходит Неруб. Неруб зайдет в инвизи, я пропалю кого-то, прыгну, может заберем на характере. Пропали, вот туда. Неруб, выйди, пожалуйста. Ну, если он ему ману сожжет всю, то будет хорошо. Опа. Сларки. За тралом бегаю, ни крита, ничего не вылетит. Но буду драться. Буду драться. Будет станчик какой-нибудь? Хорош. Буду драться до конца. Давайте, давайте. 600 мана там еще, пацан. Промах. О, пошел дэмэдж. Хорошо. Ой, почти Сларк попал. Ладно, тэшку, 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 товер. У нас, по-моему, еще глобалку не изалим, да? А, не, Сало там погиб где-то.
Нормально. С Фарком тяжело, с Лёриком драться, конечно. Парни сразу же душат. Запушили. Лекер, несмотря на то, что ошибался, но тем не менее парень старается, что-то делает. Это самое главное, не вешать нос, типа, ну по кайфу вообще. Б, парни. А БКБ уже не нажму. Ну мне ГГ тут. О, Юлос, чуть-чуть. Опа. Уходим. А ТП уйти. Только не башен никакие, пожалуйста. Все, найс. Отлично. Отлично. Хорошо. Хорошо. Сала опять там засуицидили об крипов. Там моноберна ему хватит. Наш Рубик. Нормально. Еще ты манейдж. Нормально. МКБ делаем, потому что там промах с Ларкевича какой-то. Промах. Промах какой-то там. Нормально, можно пойти подраться за нижний. Вниз. У нас только минус один сало. У нас есть глобалкович. О, попробуем-то 500 доколотить, пока крипчики там висят. 500 доколотим. Все что, на глобалку нажмем. А потненько немного. Но душимся, душимся, пытаемся что-то сделать. Хорошо, 2700 есть у меня. 2700 есть, почти МКБшка. Жаль, что только никакого армора нету, но мы, наверное, поменяем Маднес на Кирасу. Если игра очень сильно затянется, если будут ошибки, что мы не сможем зайти. Хорошо, есть МКБ. Опа, Лёрика вытянул. 500 маны там еще. Трал будет накрывать сейчас. О, привет. Баш можно? Ля, меня засуицидят, да, сейчас просто сразу же. Ух, хорош. Укол чуть-чуть, микро КД. Наверх, наверх. А КД хватит, ишкири. Ишкири, уходим. Уходим, ишкири. Как я хорошо, я знал, что будет сейчас давать фиссуру. Ушел в сторону и выжил. Все, бежать, просто бежать. Волосы назад. Я Б, ХП. Бежать, волосы назад. Могу глобалку дать, если буду драться прям. Оверсильно. Оп, хорошо, глобалочка. С Ларку можно личико подравнить. Го. Резче, пожалуйста. Пацаны, Неруп очень сильно контрит Сларка. Ману жжет просто, Сларк ничего не может сделать. Бед. Нормально. И я тут такой фуловый иду. На ЕСа ничего не вылетело там. ГГ. Гоу, душить дальше. Можем, купол почти есть. Лотар. Пойдет еще муншард бы какой-нибудь, и Кирасу, или Скади. Было бы круто. А так я почти заряженный. Почти. Заряженный не настолько. Ух, сколько урона. Алакрити на лице. Эх. Класс. Класс, одно удовольствие так плеять. О, ЦГГ. Ну давайте попробуем его убить.
Хорошо. Хорошо. Отлично. Запинали. Все, я бы такой отошел бы вообще. Сларки сейчас будут еще. Лерики. Чалька. ЕС сейчас как прыгнет, как бахнет. Как прыгнет, как бахнет. И удаешь? Я опять не успею нажать, что ли? Понь. Так, АБшки нет, пацаны, выдержитесь. Оля. Из арм кидает. Сларк. Надо бегать, что делать. Мом включили, побежали. По кругу. По второму кругу теперь. Вот сюда. Опа. И к пацанам. Опа. Пацаны. Пацаны. Там Сларк меня этот убивать хотел. Все, я ушел. Если наруб сделает подкоп. Задушим. Вот так вот. Молодец. Все наруб сделает, тогда задушим. Хорош. Наруб молодец. Все же. Чё б кто не говорил, наруб молодец. Поддушивает. Я успел БКБ нажать. А то так бы вы сейчас, скорее всего, даже умер бы. Сори. Хорошо. МХ не жмет, говорит. Успел просто БКБшку нажать. Это радует. Да, там 4, смотрите, 4 Катафалковича стоят, рубят. Рубят. Душат. ГГ. 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 Ну, такая, ребят, первая катка на войде. Ну, вроде так потненько против Леоричка. Да, очень тяжеловато играть. Леорик очень сильно душит. Криты очень большие. Очень-очень-очень грозно все это выглядит. На ранней стадии, конечно, с Леориком конкурировать очень тяжело. Очень много хп, рез дополнительный. А я только закупал там, подушил. И все, и больше ничего сделать не могу, к сожалению. Ну, вот такой вот небольшой такой, как бы, дисбаланс, что ли, как можно тут выразиться. Хорошо. О, жаль, колодец, кстати, не это. Не тушится. Ага, я просто как машина. Просто как машина под троном тут душу. Ля, ну вот это вот такой вот, ребят, войдик. Первая каточка, господи, у меня вот эти волосики так напряжены. Ребят, ну вот такая вот первая катка. Надеюсь, next там будет немного пожестче, потому что Void это как-никак hard carry. И, конечно же, next там будет, наверное, интереснее. Поехали на следующую катку. Так, ну что, друзья. Реснулись мы. Готовы душить? Или не будем душить? Будем душить. Ребят, в общем, смотрите. Что мы будем брать? Будем брать, конечно же, Войда. Войд у нас такой герой, который может изи-изи-изи-изи Тамир-Тамир делать. Но нам нужно время. Нужно время, нужны артефакты. И, конечно же, что нам нужно сделать? Нужно будет выфармить определенные артефакты. Так, поехало. Смотрите. Сейчас посмотрим, что по пику. Топ. Я топ. Так, я пойду сейчас на топ выфармливать. Будем душить. Блин, столько вопросов, жесть. Меня тут... Тут нет. Я фейк. Столько вопросов сразу. Я захожу гайд написать, а не на вопросики отвечать. На вопросы я могу и в стриме поотвечать, но... Такое. На вопросы в стриме порой тяжело отвечать, потому что очень много пишут. Напрягает. Просто сейчас каждому писать, отвлекаться от контента. Так, я уже отвлекся. Ребят, что у нас Войд не любит? Войд не любит у нас какие-то сайленсы, такие всякие там
Может какие-то риперы. Такой фастовый контроль, который заставляет нашего героя просесть. Ладно, окей. Окей, вторым пиком возьму Войда. Хорошо, уговорили. Уговорили. Так, ладно. Посмотрим, что по билду. Собрать. И будем душить. Будем душить. По билду. Ну, Madness по-любому. ПТ Madness. Посмотрим, что сейчас у нас будет на линии. И будем душить. Нам очень хорошо может помочь Венга в игре. Тем, что может давать нам дэмэдж. Но еще несколько героев, которые могут нам давать дэмэдж. Это, в принципе, инвокер через Алакрити. Это вообще пушка. Большой атак спид. Большой урон. Все это будет у нас. Так, и берут Сларка. Берут Сларка. Дефолтно. Еще возьмут и Тини. Вообще будет неприятно. Потому что Тини... Это герой такой, который, ну, реально напрягает. Но ничего. Взяли скелета. Да, скелет такой же герой, как и Тини, в принципе. Берем так, такой Затар. Берут 4, сколько? 8 тангусов. У Войда хватает дэмэджа, чтобы добивать пачку крипов первую, вторую. Берем топорик потом после и выфармливаем. Выфармливаем. Все будет пушечно, ребят. Главное верить. Так, ну что ж. Погнали. Погнали душить. Вот сюда. Идем сразу к руне. Посмотрел чел на мой Затар такой. Фи, что это такое? 8 танга, лох. Я могу 28 танга купить, если захочу. Let's go. Че у нас там? Трал будет на линии, да? Ну, в принципе, с тралом можно будет. Тут вот я не люблю вот эти моменты. Хук Ару будет очень напряжный. Я вот такой человек, который любит... Ару и хуки ловить. Ничего страшного. Ничего страшного. У нас метовый Леон. Траксани метовая. Фит контора. Поехала. Будем руну отбирать. Гоу, руну попробуем. Надо брать. Рал, ты выходишь? Гоу первую ему там. О, Ару, до свидания. Понял. Прыжок в лес будет? Нету. Ладно. Надо было уйти все же. Так, ну что ж. Нет, тангусы я продавать не буду. Вот он, Кунка подошел. Ну, Кунка на низу руну брал. Ладно. Ладно, моя ошибка, что не стал уходить, но хотел руну забрать, не знаю, там вообще Сларк отошел от зоны, или Трал ближе должен подойти, я просто Ару ловлю. Но у меня всегда такое, что я ловлю Ару, но ничего страшного. Первая, так сказать, смерть, это ни о чем не говорит. Это разминка, так сказать. Это разминка. С Тралом на линии нормально будем стоять, сейчас возьмем топор. Возьмем топор, тангусы пригодятся. Хорошо. Что на Войде главное? На Войде главное это ранний крипинг вот этот. Прыжочек. Молодец. Прыжочек молодец, течочки. 8-5 тангусов. Так, хорошо, берем топор и просто формируем. Поехала. И поехала. Что ты хочешь? Чел на подме тоже что-то хочет. Тут Пурманс может взять, чтобы хп сильно не терять. Давайте Пурманс возьмем. Чтобы подма сильно не задрачивала нас. И вообще надо линию не пушить. Я просто стараюсь крипов как можно быстрее забирать и все. Ля, Сларк, такой Гункович. Я не видел, что он там вот так разминает. Как раз к магазу ближе стянулся. Потма это временная проблема. Потом не будет проблемы вообще. Хорошо. Да задрачивай. Да. Пойдем Пурманс брать. От задрачивания.
Хорошо. Так, качаем третий. И надо, наверное, здесь вот сейчас будем крутить фишки. Раз. Опа, C-прыжок. Можно баш? Пожалуйста, не баша, нет. Ладничка. Хорошо. Хорошо. Вот он, первый баш в крипочка. Найс. Хорошо, линия пошла, это радует. Линия пошла, это радует. То, как я хотел линию перетянуть, чтобы было больше вариативности. Найс, ару, как обычно. Ну, это типа, я как сказал сразу, что я буду все ару ловить. Так и будет. Всю игру. У меня на это везение. Овер везение. Жесткое. Блин, как же я не могу фармить тут стоять, под мана драчивает просто. Алло, чел, у тебя Сларка убивают. Помоги ему. Стоит меня дрочит просто. Просто ему тупо плевать на игру, он стоит меня накидывает и все. Просто стоит меня накидывает. У него есть мана на лип. А маны вообще мизер. 20 ман. Какой смысл? Возьмем сапог. Тут активная лайн. Активный лайн, поэтому... Трал мне его вообще, этот лайн выигрывает. Я его, можно сказать, не сливаю, но... Вот эти ару, это, конечно... Я тут не вытяну Сларка. С Ларком так драться на ранней стадии невозможно. Ару, ару, три. Сколько? Четыре ару. Все кинул, все попал. Это потому что я в игре. Потому что я всегда ару ловлю. То есть, ну, не было такой игры, где бы я ни одну ару не поймал. Не поймал. Странно. Ну, слишком банально ару. Фарм у меня говно полнейшее. Ни одного крипа не добиваю. Это смерть. Уже опять ару. Я вот это вот ненавижу. Че, вард что ли сюда поставить, чтобы ару игнорить? Все ару ловлю. Все, просто все. Может, неправильно муваюсь как-то, не знаю. Может, как-то слишком банально хожу, мне влево-вправо бегать. Столько опять драться начнешь, опять. Ару, ару, ару. Ару, ару, ару. Ару. Флайс. Хорошо. Липтральчик там крипов вывел, было бы классно. Я выведу. Хорошо. Ару летит. Крипов застанил. Молодец. Метка. Четкое попадание. Четкое попадание. Пока фармим. С шестым левелом Сларка убьем. Хила нет. Просел я немножко. Вот они, тангусы, которые мне так нужны были. Утрал что-то там впрягается по-страшному. Да, ребята, ганк идут. Так, ну что, го. Вот этого чувачка. О. Дай мне хоть одного. Да мне дайте. Хоть один. Хоть один фраг. Я просто все слил и ничего не поимел. Ладно. Пофиг. Нет, так нет.
Надо было ставить ласт хитить, чтобы парни там. Хотя надо было потому ласт хитить стоять, пацанов. Пол маднеса купить. Так, гоу. Вот так вот. Вот так вот. Закупаемся. Так, у меня маны даже на прыжочек нету, ля. Ваших. А вообще, ей пофиг на крипов, она просто развлекается, меня пытаясь, ну, напрягать. Пацану плевать на игру. 2 HP. Так, ну я, наверное, на базу пойду после этих крипов. После этих крипов на базу пойду. На базу пойду, скажу. Джекл на базу. Фарм такой себе на самом деле на линии. Не держу я линию. Сларка овнят. Пуджи ходят. 6-й левел пудж. Так, потман 5-й. Стики есть. Хорошо. Сейчас чуть постоим, еще можно будет продать пурманс. Линия сейчас у нас как раз подпушивается. Очень хорошо. Очень хорошо. Опасно мадно сделать, конечно, в этой катке. Ну... вариант такой, что можно задушить все равно. Ладно, скупить. Берем одну хилочку, потому что хил нам тут уже понадобится в любом случае. Так, тпшимся. Наглую. Это будет ару, конечно. Сразу же. Парень не дремлет. Ару кидает. Нормалды. В ранней стадии, наверное, так просто везло. Сейчас посмотрим, как будет закидывать в лейтгейме. На ранней стадии дефолтные мувы все. В лейтгейме. Чуть потяжелее. Так, у меня есть купол на самом деле. 1100 рейнджа, да, сейчас? Хорошо, можно будет подраться. 8-й левел пуш даже, нифига, это очень много. Это очень много. А мы с тобой покрипим, давай. Этого крипа не буду добивать. Не будет времени увернуться от ару. Хорошо. Шторм. Отлично. Хороший подсейв. Хороший подсейв сейчас был. Я еще подставил под ласт хитил и не пожалел. Что Патму тоже забрал. Патму тоже забрал. Лучше уходит. Через низ пошел. Ля, крыса. Нормально, тут заберу. Так, если у меня есть полторашка. Полторашка есть. Гоу на топ обратно. Нормальное ТП. Хорошее ТП, хороший купол. Шторма накрыли, задушили. Далее, если сейчас сделаем Маднес быстренько, будет очень хорошо. Маднес очень хорошо будет. Так, вот этих пацанов и не успею, наверное, вывести, да? Вернее, девок. Красивых. Красивых девчонок. Весных. Ладно, сорян. Так, ну что, ладно. Шторм гоняет леса, но ничего страшного. Крипы спят, не мешайте. Сейчас берем одного крипа с линии. Меня пуш очень сильно может овнить. У меня хп ни хрена нету. Еще под маднесом сейчас по щепе будет. Овер страшно. Квилл оф. О, вон он и пуш, кстати.
Все, отходим. Погнали леса колотить. ТП-шечку берем и поехала. Можно Пурманс уже продать. Стадия лайнинга кончилась, Пурманс можно продать будет. ТП-шку взять. Будет хорошо. Бинт. Бинт почему-то не нажался. Оп, хорошо. И пошел фарм-контроль. Фарм-контроль. Так, let's go, продаем Пурманс. Хорошо, берем ТП-шечку. ПТ на силу гоу сделаем, 1000 хп нам нужна будет. Возможно, если Сторм летит или еще что-то будет. Потма влетит. Пудж хуканет. 1000 хп нам поможет. Чтобы было увереннее здесь фармить. Ну что, Войда проблема с хитпоинтами. Ранняя стадия у него такая. Бесхитпоинтовая. Через раскачку 1-3, чем офигенно, это тем, что прыжок очень большой и очень ребята могут прогуливаться. Да, ролик первого левела. Почему? Это как вообще? Удушить. Я иду пару. Это как вообще у Лёрика первый левел? Не заберу шторм у него там. Реген. Реген. Ну, хорошо. Бегу, по идее, должен убежать. По идее. По идее, должен убежать. Прыжок, конечно, решает такие вопросы. Надо было шторму реген сбить и попробовать его тоже убить. Шторма там реген был. Включен. Это печально. Надо было тычку одну дать. Просто боялся, что времени купола не хватит. Как-никак купол первого левела был. Там 4 секунды всего. Буквально 4 тычки дать. Сларка мог упустить, но да ладно, в принципе. Главное, забрал его. Сларка. И достаточно. Надо шторма похейтить будет только. И все. Чуть-чуть. Так, что будем тут делать? Можно в дефолт... Тут есть несколько билдов на данном персонаже. Первый билд это, конечно же, Madness Молнии. Второй билд это Madness Криты, сразу через Кристаллис. То есть, как хотите, можно собираться. Я вот не знаю, тут как мне действовать. Можно в Лотар выйти. Через Лотар сыграть. То есть тут вариации этих, блин, уйма. Можно через Лотарс. Я хочу крит, если честно. Потому что урон. Крит. Молнию, блин, а молния вообще тоже пушечно заходит. Че, может тогда сделаем два разных билда в разных катках? Тогда попробуем первый через крит, допустим, а второй через молнию. Или давайте наоборот, сейчас молнию, потом крит. Давайте молнию. С молнией немного быстрее фармишь, чем с критом. Потому что молния позволяет разбавить твой урон, давать урон еще магический. Магический урон еще давать. И норм получается. Давайте молнию первым. Молнию и без лотара получается. Молния, БКБ. Дальше в крит пойдем какой-нибудь. Тут МКБ ничего такого не надо. Тут билдов очень много. Тут зависит от того, как ты, ну, в принципе. Чего тут не будет хватать? Не будет хватать урона. Там жирные персонажи. Так что тут бы, наверное, в крит первым артефактом было бы лучше идти. Давайте, наверное, все же в крит пойдем. Крит можно лотар еще сделать. А так спид будет побольше. И передвижение будет намного лучше. Гоу на низ срочно. Две ТП-шки берем. Хорошо. Сразу отработали все ТП-шки. У нас есть тем временем купол уже, кстати. Но мы аккуратненько восполняем ману АФК, не ходя на колодец. Можно вообще сейчас лотар сделать и искать кого-нибудь по КД. По КД купола. У нас есть кто-нибудь еще инвизу? Нет никого, да? Смело можно. Так, ПТ на силу. Аквила включена. О, ПТ на ловкость. Попробуем забрать Т-шку. Хорошо.
ребята пока там на миду фанятся. Там разберем 100%. Очень много крипов. Радует. Хорошо. Ну, тавер мой тут 100%. Падмаса нету, не вижу смысла прыгать. Хотя можно. Хочу даггер, да? Айс, прыжок на него прям нажал. Гок упал, чтоб не суицидился. Я прыжок на него нажал, он отблинковался, у меня Войт развернулся и прыгнул на него. Найс. Понимающая механика. Хорошо. Столько денег у меня сейчас, это хорошо прям. Все, гол, на базу сходим. Так. Молния. Маквин. Молния Маквин, ТПшечка. Хорошо. Можно Лотар Сейдж еще будет сделать, да? ТПшечка. ТПшечка. Ля, вы запарили левать уже. Господи, что с вами не то? У них керри нету, да? Не дают пацаны нормально сыграть. Так, ДПшимся. 1400 есть, я не буду собирать тут Лотар Сейдж. Хотя можно было бы. Более уверенно себя чувствую. Гол. Лотар Сейдж, может там Сильвер сделаем какой-нибудь. Молния, БКБ. Шторма надо накрывать, пока солбустера нету. Фармим пока леса, крипов я не хочу тут палить. Что я выйду сейчас фармить там. Уже увидел героев на топе. На топе увидел. Так, отлично. Пассивка. Двоечку. Это хорошо. Монетку и на эншентов. Эншентов зафармлю два раза. Будет Лотар Сейдж же. И пойдем душить. Хотя можно и сейчас задушить, да? Погнали. Килл любого. Килл любого. Хорошо. Кул. Это драка наша будет. Слишком жирный ему фингера, по-моему. Он на шоп не ушел. А вот это что за ару вообще, откуда она прилетела? Ну это 5-секундная. О, понимаю. Я просто в шоке с этих стрел. Ну, вот только я могу такие стрелы ловить. Ну вот реально, никто другой в игре никогда такие стрелы ловить не будет. Боже, у меня все золото ушло просто. Ладно. Ладно. Все стрелы мои в этой катке. Норм так. Фармлю, пацаны, и гол. Ты что, наркоман? Хорошо.
Все для тебя, ну, это временно, братан. Твои стрелы это временно. Лейт выйдем, уже там не дострел будет. У меня фобия именно временно вот так ловить. Лейт гейм выходим, проигрываем сразу. Шел по крип по лесу. Просто. Сингл подеремся еще. Или нет? Можно прыгнуть, если что, уйти в Лотар. Или наоборот, подойти с Лотара и выпрыгать. Удушить крипов. Можно Рошана сейчас запрыгнуть, просто задушить. Наверное, сейчас так и сделаем. Пока шторма нету. Оп. Пока шторма нету. Задушим Рошу быстро. Да, Тракса. Тракса, тебя убивают. Очнись. Берем АЕК и погнали драться. Против Сларка, кстати, Сильверуха может зайти. Очень хорошо, причем даже. О, Фингера. Ин С. Ой, какой хук. Чуть-чуть поздно он нажал. Ну, Сларка перекрыли, Сларка тут убивает. Еще и крест ему накинули, но его форсанули. А, и вернуть все, молодец. Молодец. Так, давайте по тму похейтим немного. Лотар, тычка, 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 тычка. Прыжок, тычка, тычка, смерть. А на экспо идет. Молодцом. Погнали. Потом похейтим. Правда, она далековато. Идти под Т2 очень некомфортно будет. О. Почти. Найс. Чел даст и заранее купил уже. Сразу, с базы. Лотар вообще, то есть я купил лотар сразу же, мгновенно. Инста даст был. Инста. Это Двард, скорее всего, я поднимал с пахой играл. Двард, ну почти убил его. Почти. Он очень ватный. По КБ делать, что ли? Все, прогуляемся. Стрэндж и Ханор. Я его еще и забашил до кучи. Арчит на шторме первым айтемом тоже неплохо, в принципе. Тоже неплохо. Подойдет ближе к упальну. Даже можно обойти, обмануть его. А какая ару? Туши вот эту. Кристоман еще. Задушено. Задушено. Го, молнию дособерем. Молнию соберем. Можно, давайте тэшку заберем. Че я ухожу отсюда по привычке. Привычки. Там пудж реснулся. Пуджа надо бояться. Я ухожу отсюда. Пуджа надо бояться. Что такой герой? Страшный. Такую штучку возьмем одну. Пудж страшный герой для Войда. Кушает просто и все. Ничего не сделать. Так, ну тут дефолтный войд такой у нас будет. Форс, Глиммер. Форс, Глиммер, поехал. Отлично.
Так, Пуджи фармят БМы, да? Чё, БКБ придется делать? Не с ТП надо срочно. А там драка, да? Бля, там драка. Он не хватает маны, да? 300. I will do what I can. I need it once again. I will do insufficient mana. I need it once again. Blood for blood. Там один только. Бедный шторм был. То больше никого не было. О, успею на стак, интересно, стакнуть эншента. Я, по-моему, не фармил эншентов еще тут. Успею стакнуть. Гоу, ребятки. Эх. Я думал, там вард, поэтому он так отпрыгнул. Оказывается, нет. Оказалось. Так, задушиваем крипов. Спасибо, Тракса. Помогает немного. Сларк Сэндж купил. Ну, будет жирный очень. Вообще помню мету через БФ на войде. Через БФ прикольно выходит на войде, потому что с помощью БФа сразу очень много дэмэджа и хороший реген. Регенчик появляется. Надо Сларка похейтить, ребят. Сларка похейтить надо. Потому что Сларк будет душить. Надо Сларка похейтить. Шторм-то в любом случае выфармит что-то. Но он арчит, видите, собрал шторм первым айтемом. Тут не страшно. Не страшно. Сейчас нужно... Вообще тут нужно БКБ, еще какой-нибудь дэмэдж артефакт и душить. Потом лотар по мере возможности продавать и какой-то урон делать. Вообще в БКБ, БКБ рапира сделать что-нибудь такое по фану, ребят. Кстати, я побрился, я выгляжу немножко старше теперь, да, или моложе? Вообще моложе. Когда я бреюсь, вообще молодой становлюсь. Но... Это не бритый, я вообще просто вещи кирею вот такой вот. Ладно, кикаем, что делать. 4 на 4. Реконнектит. Реконнектит, парень. Я вернулся. Колдпешка. Пацанам надо помочь. Так, Сларки вон на топе. Ману восстанавливаем. Хорошо. Отлично. Next time я БКБ сделаю. В любом случае. БКБ мне очень тут понадобится. О, ЦГГ. Да, как больно. Найс, прыжочек. Дружочек. Фу, задушим его. Шторма все не везет, тайминги ловит. Скади собрала. Скади парниша собрал на Миране. Сейчас будем душить. Потому... Скади, не страшно. Погнали пешочком. Леончик на юлах бежит в центре. Оп, зацепил. Ой, она прыжок слила. Да, тайминг какой плохой парень дал. Дайте я, пожалуйста. Я очень хочу это сделать. Да, не дали. Не дали, пацаны. Погнали искать жертву. Ладничка.
Возвращаемся на исходную. Можно мид сломать, в принципе. Че там до БКБ? Косарик, да? Сейчас будет уже. ХТ на силу. Я умер тут 100%. ХТ на силу не поможет. Это Войд. Это хук, арроу. Ненавижу. Вот я не могу против этих героев играть. Не знаю, у меня просто ракообразие. БКБ надо. БКБ копейки дома лежит. Задушили, пацаны. И то уже АПМ у меня какой раньше было. Тяжело, пальцы не слушаются. Возраст там все тупеет. Голова тупеет немного. Начинаешь шутки не понимать школьников. Ну, зачем школьников шутки понимать-то? Лол. Вот, а моторика становится хуже. Я на себе это замечаю. Каждого это ждет. Вы не думайте, что вы так все вначале профессионалы. Центр поставил. $800. Посмотрим, что у нас там аквил, по-моему, можно продать. Возьмем БКБ сразу. Скучно. Скучно. Куда ее? Ну пусть хукает сейчас. Сейчас посмотрим. Арчиды ваш. Пуки. Арчиды, хуки. Хоть десятером нападайте. Если что, в инвиз побежали. За крипчик спрячемся, а то вдруг ару, как обычно. Побежали по лесу. Патмон надо похейтить. Хочу купол в нее поставить. Вечно никого не могу найти. Найс ару. Свинья. Испортил мне все. А тут же. Ну, типа я прыгаю, нет смысла тут. Не буду цеплять. У меня ничего нету. Могу умереть сейчас спокойно. Пуч, привет. Спортился. Пуч все испортил. Не буду его бить. У меня все в КД. Там Пуджа уже ульт есть, хук есть. Купол нужен хороший, чтобы выиграть драку. А не это говно, когда ставишь купол, пуч тебя выхукивает, ты не можешь, начинаешь жрать БКБ. Печально все это. Сейчас соберемся, нужно будет, чтобы видеть оппонентов. И будем душить, по-другому никак. Все, побежали на базу. Я на Б. Рошана можно пойти. Так, ну берем ТП-шку, я пошел подхейчу. Че там? Кого надо захейтить? Я не могу никого захейтить. Я потму даже убить не могу. Потому что вообще постоянно что-то кто-то вмешивается. Очень тяжело. Очень тяжело. ТП-шку ждем. На низ. Отфармливаем крипов. Собираем рожку и заканчиваем. Strength.
пацаны, не мешайте, у меня тут фарм контора. Стой! Ля, как раскачет. Не могу просто, но замедляет скади своим. Потмаем игру делает, на самом деле. Тяжело. Пока я фармил крипов, надо было сразу срываться. Боже, кусок мяса просто подвижный такой. Печально, короче, все это. Надо опсы с энтри. Никто с энтри не берет. Продай орбу и с энтри. Стик продай. 40-я минута. Трал хрен с ним вагоним идет. Он четверка. Но Леон тут будет пятеркой. Сентри в атаку, не знаю, как-то пацаны тоже дерутся, вчетвером все отдались, я должен выходить, там показывать водоту, ВС десятерых. Да глимпсани-то его сразу. Да. Что-то он его не хотел глимпсовать. Ладно. Хотел он его глимпсовать почему-то. Убегает от него, ну на трале, видимо, неопытный парень. Сразу, как только до тебя докапают, сразу глимпс, все, нет проблем. Так, ладно. Сларк мид. Сларка я уже не пробиваю. Да будем рапиру делать, вообще пофиг. Будем рапиру делать. Чтобы дэмэдж был. Хорошо. Рапиру делать. Угу. Логично. Пацаны сюда идут. Возможно, если там будут центры, я там сдохну. Мне не надо там умирать вообще. Вообще там не надо умирать. Пучно несу. Подмапан лайт. Можно подраться, но аккуратно. Go-go, Сларк. Девочки, go-go. Упрыгает. Ну, зря ты туда прыгаешь. Же иллюзии. Попрыгу. Просто убегай. Го-го-го. Стан даешь? Ля, чем-нибудь попадите. Я купол не стал ставить. Да он до меня просто докапывается. Окей, гоу. Можете? Четыре секунды. Да я не могу его догнать, господи. О, баш сработал, до свидания. Вот же у меня корабль начал падать. Рапиру делаю. Не пробиваю никого. Но я на характере чисто дерусь. Тупо побежал и дерешься.
Заметили, кстати, когда я ставлю купол, всегда пуч старается в меня все давать. Всегда. Вот этого я, конечно, подбешиваюсь с этого. Что? Ладно, собираемся. Рапира в студию, криты в студию. Надо в студию все делать. В студию все, выносите, уже можно выносить студию. Бля, потное дерьмо. Начинается. Демонейдж есть. Демонейдж есть. Крит, наверное, сделаем. Крит и вместо Лотара. Рапира. ХП, конечно, маловато, но... Сларк, Скади. Вот просто у пацана ничего не было, раз появляется Скади там. Всякая прочая дичь. Обидно, чё. Так, в центре чекаем. В центре нет, хорошо. Лотар можно даггером менять, если что. Можно, гоу. Лотар можно даггером менять. Лучше стоит. Юл. Очень плохо. Просто ПТ. Письмо. Нормально. Хорошо. Оу. Ару еще. Пятиминутная, по-моему, ару влетела. Хорошо. Хорошо. Вот так вот поставим. Че, не поможете? Помогайте. Он вроде изи, у него ничего нет. Ну помогай, Траксача, ты не бьешь. Он, видели, я перестал бить, а потом опять начал бить. Вот этого я не понимаю. Затягивает. Хорошо. Окса должна бить. Всегда. При свете дня, при луне. Молодей. Молодей. С. Забираем быстренько Т-шку, выходим. Да, корабли какие. Молодей. Быстренько забираем и уходим. Так вот, а. Мид. Купол ждем. Купола, купола, куполала. Да, сможем килл любого. Из. Тиксап бы. Мега тиксап бы. Типа Пиксар. Пихар бы. Хорошо, пойдет. Ракса немножко сейчас налажала. Не знаю, почему не била. Бить там надо было. Все, БКБ я не стал жать там. Толку нету. Сильверуху будем сейчас продавать. Купим что-то на жир. Ой, сильверуху. Ну вот эту штуку. Лотарович. Лотарович будем продавать. Купим, скорее всего, что-то типа Скади, может.
Или МКБ лучше, потому что МКБ будет Moment Speed давать. Ой, Moment Speed, Attack Speed еще чуть-чуть. Пиксар бы. Пиксар бы. Летем. Ой, ну серьезно, как обычно. Сейчас, если пуш прыгнет, ГГ. Ах, боже. Вот почему не Кунка поймал удару, а именно я? Я вот этого не понимаю. Это смешно. Опять ару. Пуш меня, они меня за проказ сольют просто. Ведь сентри есть, сентри нет, да? Сентри, по-моему, нет. Пиксарб. Эго пихарб. И комфортно стоять, тут я Б хочу отойти. Скади лучше сделаны. Скади аппетитнее выглядит. Скади буду жирным. Буду никого отпускать. О. О. Отлично. Давай зарежу. Поехала. Это любого. Я его не буду трогать. Вот этого пацана хочу. Сначала. Да. МГГ. Хекс. Хорошо. А ваши будут сегодня? Ваши сегодня будут? Ваши выйдут погулять? На Войда особенно. Че в меня? А ты ж ближе всех. Под пуш. И гоу. ВКБ даже не нажимал, а радует. Из-под пушится и гоу. Затыкал. За боль лайнинговую. Да вы шо, вы еще поиграем. Они трон решили задушить. А, ну его глимсанул. Понимаю, я бы. О, там сларки. Сларки резнулись. Хорошо. Все, бэк на рейде, да? Отлично. Отлично. Ну, если что, есть молния БКБ. Молния БКБ есть, если что. Эге. Такой тупой. Такая тупая игра, так глупо закончилась, если честно. Ну, хз. Так, ну что, братцы? О, ясно. Янис фарм. Салам всем. Так, ну что, теперь, друзья. Теперь. Так.
Нет. Я аганим октарин делаю. Если чё. Гейл. Вот так вот. Расписываем, ребят, фановая каточка. Сейчас октарин и аганим сделаем на войда. Посмотрим, насколько это профитно, насколько это интересно. И, возможно, сделаем такой билд вообще, там, рефреш, допустим, несколько куполов будем. Да, так что хейтите по максимуму. Так, го вот так сделаем. Не знаю, войда, наверное, через БФчик я не буду делать уже. Я вставил две каточки, которые вы уже посмотрели. Можно тут, в принципе, через БФ сделать. Найс, я его приовнил немножко. Урса поел грибочков. О, неруб. Это хорошо. Будет хейт контора. Как раз я буду через такой билд собираться, что этот билд будет очень много досаждать мне проблем. Шнур, не дергай. Войд очень легко контрится этим персонажем, потому что у Войда хп мало. Если неруб собирается через догон и прочую тему, то изи вообще. Вообще. Все, что Войда убивает, они понапикали. Ару. Смотрите просто. Сало. Пуч. Ну вот только шторм. Вот этот седьмой слот взяли. Челы просто берут специально, чтобы меня хейтить максимально. А вот это, конечно, я понимаю. Скилл у пацанов. Чувствуется, да, ребят? Чувствуется скиллуха. Сразу пацаны готовы. С первой минуты меня овнэч, овнэч. Он еще и сюда пошел. Молодец, Лё, какой скиллованный у нас на нерубчике. Прям скилл чувствуется. Чувствуется скилл. Нерубчик опасен. Нерубчик опасен. О, еще и Сайленсер. Сайленсер еще пришел. Вы посмотрите, как оно будет тут все весело у нас. Ля, сейчас топорик придет и гол. Крепить. Попробуем сейчас раскачаться, наверное, через второй, потому что тяжелая линия будет. Хоть что тогда будем отражать. Что тогда будем отражать. Топорик уже здесь. А, все, пошло. Сало начал свои грязные дела. Сало начал свои грязные дела. Я заруинил только что ару под мину. Ничего страшного. Давай тебя побью. Баш сразу фирст хитом. На. Нормально, пацаны, тут разминаются. Через БФ пойдем. Реген буду брать тут. Давайте старую мету вспомним. И с этой старой метой выфармим. Выфармим все, что нужно. О! Оп. Молодец, Потма. Потма молодец. А вот только если бы еще не фармила. Че было бы. Пушечно. Еще ару, получи. Получи велосипеды. Получи велосипеды. Сколько? 850 и 850. Будем ли тут делать аквилу или нет? Наверное, будем тупо делать БФ. БФ, сапожки там. Регенчик кольцо возьмем, регена, чтобы можно было потеть тут просто и все. Ну что тут, как видите, потно. Пацаны взяли героя, чтобы максимально хейтить меня. Ну, как я и попросил, они, в принципе. Несмотря на то, что не подписчики, это хейтеры. Они, так сказать, знают, что делать. Войд с ВГ. Уже вижу этого Войда. Ой, пинг не тот нажал.
Да ничего страшного. Ничего страшного, подхилимся, а то мало хп. Давай-давай, больше кнопок, бро. Го, побьем немножко. Оп. С можно лицо сломать себе. Вот сейчас бы хилочка, конечно, пригодилась. Но я на регенах. Хилюсь. Меня максимально не дают. Выживают с линии просто. Типа, иди отсюда. Прям максимально. Как можно, прям выгоняют с линии. БФ будет актуален тут. Что я смогу на регенах стоять. Что ты убить меня хочешь, да? Ой, станом не попал. Ой, если бы сейчас баш выкатился. Было бы классно. Стичок взять можно, в принципе, тут. Сейчас возьмем в магазике. Там кидает свой первый. Жжет нормально, войду нечем его сбивать. Скилл. Ну, есть чем, но слишком большой монокост. Конкретно сейчас в данной ситуации маны нет. Стик. На такой линии только так выживать. Берешь регены и пошел. Единственное, только ласт хитить вообще невозможно. Атма немножко еще пытается поднапрягать ласт хитом. Тоже пытается фармить. О, крипа застрелил. А я пойду в лесочек пока отойду, пока крипчики здесь воюют. На регене, смотрите, отлично просто. Кольцо взял, 5 хп регена хватает. Даже 6, 6,5 родной. Получается полторашка родного, да? Родного полторашка. И плюс тангусы по КД. Этого вполне достаточно. Изи стоять вообще. Можно второй вкачать. Тут потеем, стоим на линии. Второй можно сейчас качнуть. Я думаю, второй качну все же. Хоть что-то, да, отразим. И эффективность героя уже немного вырастет. Так что хилимся, живем. Я так уверенно ходил там. Я там инвокер. Да блин, Патма. Хватит добивать крипов у меня. Так, фрагой забираешь. Патма прям хочет фармить. На Патме кайф отстоять, так надрачивать тупо. Сайленсером тоже по кайфу. Для Акура фуловая полетела такая на топ и теперь летит на низ. Жесть, кто так реюзает? Это что такое? Жесть какая-то. Посмотрите. Так нельзя делать, ребят. Она, я вот посмотрел, она вот здесь вот летела фуловая, вообще ничего не поменялось. Потом полетела, видимо, обратно. Это жесть какая-то. Гоу на руну сбегаем. Стоять тут все равно не кайфы. Ля, Неруб что делает? Извращенец на Нерубе какой-то. Хейст. Какой инвокера по душам. Ходи в инвиз, братан. Ой, станом не попал. Ой, я тут не буду танчить, типа. Если чел станом не попадает, я тут ничего не сделаю. Станом не попал. Вот и не убили. Если попал станом, убили бы, я бы там подрался бы. Го-го-го. Этот пацан наш. Хорошо. И на Патму затриггерились. А чё? Я не важнее разве чем? А, ля. Ля. Жесть. Ох, кушает. Вкусно. Оп.
А там 90 ман. Ля, я как промансил. Ля, я как промансил. Оп. У Джамана есть уже на хук. Сорян, но у меня нету ничего. Там Хелзович. Разминает. Там Хелзович размял, пришел. Странно. Кстати, я там, наверное, мог забрать пуджа, но тут, понимаете, тут в куполе работает второй спел, поэтому очень тяжело было. Он там пуч стоит, извращенец. Подсматривает. Оп. Вот эту штуку. Вот так вот сделаем. Мне кажется, мы не заберем. Снайпер пришел. Можно попробовать. Можно попробовать. Ну, типа подбайчиваю. Фиссура, 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 фиссура. Хорош. Хорошо. Гоу его. Всей толпой сейчас. Ля, арроу летит такая вдоль стеночки. Хорош. И курочку забрали, и минусы сделали. Ля. Весело. Нормально. Нормально. Хорошо. My ancestors call. Снайпер чё качает? Шрапнель непонятно какого левела, просто один заряд написано. Пойду лес, окей. Ой. Господи, зачихался. Ну, чтобы вы не слышали. Вырубаем микро. Так, души, души. Хорошо. Души. Теперь регенистого. А у меня линию отжали. Парни, МБ, мне низ оставите. Я вынужден уйти в лес из-за вас. Го, ПТ-шку сейчас сделаем. Давай, 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 надо еще крипчика спаунуть. Оп, отлично. Пришли, подфидели, ушли. Хорошо, я выхожу на лес. БФ на 17 будет, ребят, пример. С таким фарм слайнов я крипов не вижу. Будет нормально, как раз игра подзатянется. Против инвокера в лейт-гейме будем играть. Линию парни мне запушили постоянно. Стоять вот здесь, на войде, в изи линии опасно. Поэтому я вынужден стоять вот здесь. Вот эти кемпы изичные. А там шторм еще. Изичные тут кемпы, вот тут кемпы изичные. К сожалению. Или к счастью. Я прыжок раскачиваю. Хорошо. Пуш 240. Пэшки. Пока гоняем крипчиков. Буду так сейчас толкать под тавр. От тавра будут крипы отталкиваться. Пойду леса пинать. В принципе, регена хватает на лес. Регена на лес хватает. Спасибо, кто вард поставил. Ирана, молодец. Умница просто. Инвокер 11 левел, это плохо. 11 левел, это плохо. 11 левел. Неужели Неруб в инвизе за мной бежит? Какого левела? 7-го. Go сюда. Пошли, пацаны. Бегать. Не добиваем, чтобы не видел экспириенс, пацан. Что дается? Отлично, вокер АФК пробегал. Мало. 7-й левел догон. Ой, 7-й левел догон. Да, 7-й левел догон. Правильно я сказал. ПТ на силу носим и все. Чуть-чуть до клеймора осталось, бродсворд быстро оформится.
Ля, там такой дэмэдж выпал на крипа. Сейчас Нерубс Инвиза будет атаковать. Сало еще пришел. Сало еще пришел. Тринис. Тринис. Фармим, не отвлекаемся. Хорошо, они на мид идут. Пацаны на мид идут. Я вижу, что идут. Боево. Станчик. Хорошо. Есть клейморчик. ТПшечек. Дагер. Гоу. Бля, сам зашел. Я вроде нормально поставил. Сам зашел. Но могло быть, можно было получше, мне кажется, поставить. Все равно. Он еще фиссуру так, ну я не знаю, нужно было ему через 1-2, через 2-1-2 играть. То есть он зарядил второй. Фиссура. Прыгает, дает тычку, еще раз второй. Через вот такую комбу надо было играть. А он что-то, блин, просто нажал фиссуру. Непонятно, я не понял прикола, почему он так сыграл. Ну, очень понятно сыграл. Бат стоит сразу, заранее направил форджета. Может, это метовый инвокер. Хорошо. Боже, я кого-нибудь сегодня добью здесь на линии? Не могу никого добить. Вот это всегда напрягало. Выходишь на линию, добить никого не можешь. Роу хил. Руба боюсь. Хотя, если Неруб нападать будет, то там меня санстрайком убьет по-любому. Инвокер. О, второй. Скоро будет купол. Хорошо. Почти есть БФ. 17-я минута, а еще БФа нету, ребят. Это плохо. Гоу сберем, потому что там внизу купить можно будет клеймор. Отлично. Вспомним старую мету, как мы фармили БФ на 20-й минуте. Купол, окей. Шторм на всю ману влетел. Его душить. Оп-оп-оп-оп. Хорошо. Инва еще кнопки нажмет сейчас. А вот хз. Прыгать или нет? Прыжок, я умираю. Ладно, гоу, прыгаем. Хорош. Прыжок, я умираю. Ну, не хотелось бы умирать. Все, есть БФ. Есть БФ.
БФчик есть, дальше вагоним. А, нет, давайте Madness сделаем, хотя бы. Хотя бы Madness. Рофлокатка сейчас идет. С АФК войдом. Просто выхожу купола буду, давайте все. Можно вообще, блин, это тупо. Гоним сделать и все. Че париться? Огоним, чтобы быстрее драться, больше драться. Атак спида нет никакого. Просто никакого атак спида нет. Маску в любом случае. Go, Madness. С Madness будем душить. Да. Да-да-да. Да-да-да. Шторм меня ищет. Там меня не только шторм будет искать сейчас. А сейчас негде фармить, надо на топ идти. Вот снайпер у нас тоже, у нас снайпер забирать будет фарм много. Руб за мной будет бегать. Мадно сделаем. И будем бустер собирать, скорее всего. Либо аганим, скорее всего. Тупо в аганим пойдем, потом акторин. И все, и будем такими билдами играть. Раскачиваем второй. Так, Вокер там. У нас в лесу кто там? Он там в лесу. Там иду пуш. Иду пуш. Есть. Есть у меня Battle Furyk. Оу, он лайты. Хорошо. Го, огоним next там просто. Через огоним. Огоним, Актарин. Кайф. Сейчас в лесочке здесь крипчиков стакнем. И будем просто. Старый Войд. Он здесь. Все вспоминаем старого Войда. Гоу фармить. Ля, не отвел. Плохо. Да пофиг мне на твой карапас. Можно башем. Под мне плевать, она не будет оставлять. Чела просишь на фарм, ну на линии на, не фармить, все равно фармит. Типа даже сори тут нет, не поможет. Иди сбивай, чё ты, или я пойду сбивай. Сколько еще сентри? О, сентри только поставить. Нормально. Что там, Вокер надо? Надо Вокера вообще убить. Вокера я убить смогу. Я его затыкаю просто, закупал. Пуч. Сентри, 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 сентри. О, сентри ставишь, убиваем. Я помогу. Стан давай. Поехали. Хорош. Ой, таймингом не попал там Хилдович. Нормально, все равно забрали. Go point booster. Магазики купим. Ныру где-то. Стак. Потла стакнет. Я
Карапас. А, нет, даже не успеваем. Нормально, даже Карапас не успел нажать. Четкий тайминг. Ну, рандомно. Пытался как мог выдержать. Ля, не ной! Начинается вот это. Не хочу играть. Да, я тоже порой не хочу играть, когда вижу АФК какие-то действия. Что поделать? Много хп. А, жирный идет сюда. Вар тут здесь стоит. Тут опс. С настройки были только что. Есть дагер? А твою же дивизию. Да. Как обычно. Начнешь драку какую-то, сразу же пуджи вылазит. Устаешь от таких пуджек. Я еще вард хотел, кликаю пятерку, а там такой конченый хитбокс у этих вардов. Особенно почему-то на хайграундах на вард этот хрен попадешь. Сразу хотел топором срубить и дальше душить. Но инвокер мне сбил этим бластом купол, и все, я ноль. Пофиг, играем дальше. Но пудж, конечно, блин, уже какую, вторую или третью игру играю против пуджа, реально бесит. Ты в куполе дерешься, он типа либо подсейвит, либо, ну, наоборот, сделает все очень плохо. Все очень плохо пудж делает. Напрягает очень сильно. На тебе лагуна. В лицо, ну. Дай ему шапалахов. Пачечку шапалахов. Нормально. Веномко, начало ник. Это шо? Украинский веном, что ли? Веномко. Понимаю. Ладно, почти есть и гоним. Не расстраиваемся, не расстраиваемся, ребят. Душим, это фановая катка. Тут только веселье, хуки, пуджав, купола. Классические, все нормалды. Так что, ГГВП изи катка. Чуть-чуть еще пофармим, мы будем пуджа хейтить. Возьмем рапирку. Возьмем не рапирку. А, Севарду снимает. МХ. Мапхак. Давай, Войд, прыгай. О, мои стачечки. Новенькие. Я не успеваю отвести, но я делаю это для того сейчас, это, чтобы фармить было легче. Крипы начнут бегать туда-сюда, я с БФчиком буду легко фармить их. Да, там душат пацаны. Хорошо. ТП-шка. Мне на ТП-шку не хватает. Все, я готов купола по КД ставить. Кто там эндшокер? Купол. Надо бы. Если был бы у меня Эгнием сейчас, я бы задушил. Да, Патма. Задушила. Патма задушила. Все, если гоним. Дальше Эктарин. Купола можно по КД давать. Да. Я аж прям загорелась. Загорелась. Не зря БФ собрал по кайфу. Вообще фармить очень быстро. Ну как быстро? Да, иншокер. Можно баши.
пожалуйста. Осуждаю. Пофиг у меня. Не хватает пока урона. Но инвокер очень плотный. Еще мом под конец кончился, может быть, и забрал бы. Пойдет. Пойдет. Гоняем крипов. Можно что-нибудь на демейдж сделать будет, но чуть-чуть позже. Чуть позже. Позже. Что мы будем делать на демейдж? Рапиру, конечно же. Октарин. Аганим, рапира. Маднес заменим потом на какой-нибудь жесткий атак спид. Купол есть уже. Его душить. Иду. Иду. Кто-нибудь еще подойдет, да? Иншока подойдет. Иншолкер. Давай вот так сделаем. Че боишься, душим? Хорош. Вот такой вот вам купол. Не хотели бы? Для тех, кто любит купола прогуливать, мы собираем Акторина Ганимович. О, там нерубчик, братик. Подушить его. Да. Подождите. Форджерса шандарахну. Иду. Иду, иду, иду. О! Ля, ну, это ЦГГ, я не отпущу его. На. Еще поинт бустер сейчас купим. Поинт бустер. Бустер. Видели этот? Энерджи бустер перезаряжался. Хватает урона, да? Ребятки. Куполы. Хорошо. Вот сюда кур. Надеюсь, там инлокера не будет никакого. Хорошо. Отлично. Эх, комиссионные хотел забрать за то, что в моем лесу фармит. Оп, бустер есть. Ля, и хп сразу много. Жирный войд становится. 700. 700 маны, 3200 хп. Такого войда я люблю. Пара-па-па-па. Смотрим, сколько купол КД. 40 будет с КД. Можем быть на своих по КД ставим. Профу просто. О, вон. Шишка Нерубович. Ля, дай купол поставь. Дай тычку дам. Це не надо. Це не надо. Це больно. Я пошел, пацан. Купал так и не удалось поставить. Инвайкер бластом напрягает. Надо было прыгать и купол ставить. Нафиг я огонь брал, да? Прыгаешь, купол ставишь. Все, поехали. В любого купол ставить надо. Че за дела? Хоть в там Хелза. Вообще пофиг. Вон, стоит, го, куполы. О, не. Или его, да. Оля, там Хелз байтит. Бабалочку дали. Сейчас будем душить. Ладно, я тут умираю. Окей, в другую сторону бежим. Бежим в другую сторону. Ля, шо доту делаю. Шо дота. Теперь в другую сторону, так как там санструйки будут.
Интересно, тут варды есть? Все, фармим стим. Бля, неужели я ушел? Лол. Так, подожди. Подожди, инвокер, ну так же нечестно. Так же нечестно. Так, стопы. Да стопы! Да какой? Ну ты чё, уже купол откатился. А, ну и у меня почему-то герой вот сюда не захотел подойти. Вот сюда, почему-то. Не захотел. КД был. Вот сюда не захотел подойти, чтобы срубить дерево и убить. Ну, в смысле, убить дерево и убежать. Не, не захотел. Печалька. Ох, боже, какой же даун. Давайте мут пропишем ему, потому что этому челу пишешь, ну реально было КД, он не понимает просто. Тупой, просто мозга нету. Вот, 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 где? Вот артефакт, говорящий, что мозга нету человек. Все, я высказался. Я не могу, так просто бесят такие люди. Ему пишешь, ну реально, КД было. Вот так вот, постой, покури. Пишешь человеку КД, а он не понимает. Не понимает, чем, что КД. Чуть осталось до Октарина дофармить. Ля, нормальный купол. Снайперу поставил. Чтоб не фармил. Че, мне все равно КДшится. 30 секунд уже будет купол. И будем душить. Косарик остается. Дофармить. Будет нормально. Так, Лина на топ идет. Инвокер будет, конечно, напрягать. У меня в планах не было тут покупки БКБ. Вообще не было. Вообще я хотел рофла билд сделать. Типа, ну знаете, купол, чтобы КДшился по 30 секунд. И по КД ставить его можно было. Так, пуч тут. Это плохо. Типа такой билд хотел сделать. Но, как видите, типа, ну, не удается. Из-за инвокера, походу, придется делать БКБ. Это очень плохо. Очень она плохо. Все, купол есть, отлично. Шторм лесу фармит. Шторма я убиваю. О, куджа я тут, конечно, не за это не хотел увидеть. Честно говоря. Знал, что там инвокер стоит. А, там все, там три героя, да? А что там адвокер, но не больше. Так, а можем, можем, есть купалище. Ивана купалы, как говорится. Вот так вот делаем. Подходим. Оп. Оп. Так вот сделали. А, пацаны, крипчики. Иду. Хорошо. Иду. Все, есть Октарин. Нормально. Два основных слота есть. Оп. Если бы еще снайпер не бурагозил, было бы вообще отлично. А то мать сразу. Мать, мать, твоя мать, твою мать. Твою маму. Не надо трогать. И биратан, не надо кнопка жать. Да. Жаль, купали не было. Хорошо. Можно будет по рофлу. Все купола в этого ставить. А, бери, тебе нужнее. Все купола ставить в снайпера. Челлендж. Купола снайпера. Ля, ваш вылетел. И стакнул. Хорошо. Спалил.
Иди сюда, сладенький. Сколько КД? 40 секунд. А, божечки. Дайте. 40 секунд, КД купал. Понимаю. Так. Ля, иди сюда. 300 маныч. Сейчас вот КДшится. Скоро уже. Не хочется туда прыгать, потому что я там умру, наверное. Хотя... Хотя... Инвиз... Ну, неуязвимость. Инвиз. Инвиз равно неуязвимость. У меня есть слот, но... Этот слот я только освободил. Все занято было. Купал 6 секунд, можем делать все, что хотим. При этом КД 40 секунд. Блин, это прикольно, с одной стороны, что постоянно купола идти. Это жестко, согласитесь, все равно. Орден. Орна. Так, не дыши. Ой, я еще и мом включил, да серьезно. Да серьезно. Ой, сейчас санструйки будут. Да. Санструйки. Ходим. А, почти 2300 хп сливает. Дальше какой артефакт, спросите вы? Скорее всего, рапира. Скорее всего, рапира. Какого, на базу? База. Прыжок вообще быстро кдешится, тоже по кайфу. Забавно. Дэмэджа не хватает. Рапира все поменяет. У нас тут еще три слота, на самом деле, которые мы можем поменять. Броша. А, не. Не в роше. Можем подраться, килл любого вообще. 40 секунд купол. Кого-нибудь двоих накрыть. Только пуш напрягает. ПКБшка, конечно, зашла. Кого демонейдж купим? ЦГГ. ЦГГ. Больно. ЦГГ. Он лайтик. Почти ульт есть. Плохой ульт был. По HP. Двух героев. Закрыть. Рошана, походу, пойдут сейчас. Есть купол. Хорошо. Золотые купола. Блин, там такие герои неподходящие, на самом деле, чтобы пользоваться этой фишкой. Тем, что купол быстро кдешится. Все жирные. Неруб с отходом. Карапас нажал. Я застанился. Инвокер жирный. Неруб не проблема вообще. В принципе. Его подсейвливают просто. Опять карапас успел нажать. Все, был. Хорошо.
Хорош. Купол почти есть. Видите, успевает карапас нажать, не успевает, допустим, отблинковаться, но успевает карапас нажать. Не, вот так вот, 18 секунд. Шторма, пофиг. Задушите? Я, кажись, не задушу. Нормально. Купол быстро кдешится. 30 секунд. Ну, парни, пока купол кд. По одному просто. Задушиваем, пацанов. Да, да ты достал на вокере на свет. ГГ. Сладенький. Ляша, делай, иди сюда. А там еще и нарубчик. Ля, лотар равно невязвимость. Окей, 2.5 постоим, ничего страшного. Иди сюда. Хорошо. Так, рапира есть, да? Да хорошо. Упала настолько частые, что можно, блин, просто рили с памятьми. Еще регена хватает. Хорошо. Гоу душить, там кто-то деф по-любому полетит. И тут я такой, хоба. Это забавно. Постоянно эти купола. Купола, купола, золотые купола просто и все. Это жестко. Это жестко. Шарт. Крит шарт. Есть уже. Дойду. Типа я дурачок. Двоих бы накрыть, не тупо сайленсера. Иди сюда. Боже, я даже пуджа с этим билдом сливаю просто на изи. Эсчи, эсчи. Эти. Сейчас, пацаны, 30 секунд и поехало. На, сейчас мы тебя. Иди сюда, ты чё? Да я тебе тычку дам. А, не дает. Дает. Вот если бы баш будете. Ну давай, инвокер, ладно, говори. Так, непривычно, пацаны. Войт обычно сразу умирает с кнопок. Да, 6 секунд. Да, как меня кайтят. Да дайте его убить. А, дизарм еще. Вообще, дизарм. Не дают. Просто. Не дают пользоваться всем преимуществом. Инвокер, видите? То есть, ну, такой билд может прокатить, где нету инвокера там какого-нибудь, который так вот напрягает вот этими постоянными ветрами, бластами. То есть, да, так можно, по кайфу вообще. Ну, подвигаться по игре, это рили так, по кайфу. Так, по кайфу. Изи. Купола по КД.
кто там, шокер, да? И любого, в принципе, убиваю за купол. И сюда. Иди сюда. О, ЦГГ. ЦГГ, купол КД, парни. Ждем. Ждем 20 секунд. Необычный геймплей, я вам скажу. Постоянно купол, 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 купол. Это реально, это очень, очень частые купола. Прямо и через рапиру само то. Через рапиру само то. Сало пошел в магаз. Пойду к сайленсеру. Сало. Распродажа. Да какой промо? Киберпонедельник, чё киберпонедельник? Понедельник, киберпонедельник, это что такое? Сегодня же вообще не понедельник. Зря не сделал. Да, ну рофл такая катка, очень много куполов, забавно, забавно. У меня 2500 хитпоинтов. Можно еще сделать вместо ПТ еще что-нибудь сейчас. АКД. Ля. Ля. Успеваю идти. Хорошо. Главное пацана вот этого законтрили. Уйдет. Нечем там сбивать. А такая рофл катка, не знаю, по фану вроде неплохо зашло. Задушено вроде, неплохо. По фану рапиры. Забавно. Ребята не справляются с управлением. Эх, но не убьешь. ГГ. ГГ. Эх, еще купол бы поставить. Еще один такой крайний хорошенький. Да, ну не успели. Ребят, ну такая вот фановая катка, купола очень частые. Эта страта, в принципе, она будет работать, если не будет какого-то, каких-то персонажей, которые смогут вас постоянно дизейблить чем-то. То есть вот в таком билде БКБ, конечно, ну, нужно, обязано быть БКБ в нормальной катке. Но вот как бы в этом-то сама и сложность этого билда, что тут БКБ можно только вместо ПТ засунуть. А так, в принципе, купола частые и постоянно купол убиваешь, чисто по рофлу. И все. Ребят, ну на этом все, гайд подходит к концу. Спасибо каждому, кто посмотрел этот гайд. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать другие гайды. И не ленитесь, заходите смотреть, что есть. Есть еще очень много гайдов на моем канале и другого фанового контента, который просто можете найти и посмотреть. Все, ребят, у меня все. До свидания. И кто такой? Давай, до свидания.